Продовжується наше шоу «Денім ТІВІ» з Нескафе «Три в одному». Це рубрика «Fashion Icon». Дар'я Шиповалова, Аня Авдій, всі ми разом. І частенько ми любимо говорити про стиль зірок. Сьогодні ми говоримо про дуже відому, рідну нам MTV співачку Дженніфер Лопес. Дженніфер Лопес, є. Я можу сказати сьогодні не тільки про її стиль, а про її фігуру. Вона класна, вона мені подобається. Все. Все, що ти можеш сказати. Давайте почнемо з того, якою ми побачили ще багато років тому, з якимось абсолютно дурнуватою хімією, з речами, які просто псували її фігуру, не підкреслювали її форми красиві, які тобі подобаються. Це тобі 9 років було, коли ти її побачила, так? Ну, виглядала вона жахливо, погодь. Але зараз все йде на краще. Мені здається, що вона після свого одруження чергового, після народження дітей, стала більш елегантною, жіночною, стриманою і більш витриманою. З'явився її стиль, який зараз чіткіше і чіткіше прослідковується. Коли ти її побачила вперше і взагалі як тобі її стиль? Я її вперше побачила на показі Марка Джейкобса, де вона сидить рядом з Вікторією Бекхем. Мені прийшли в місті, Вікторія була в чорному, а Дженніфер була в білому. Вона на самом деле потрясающей красоти женщина, девушка, не знаю даже, як сказати. Вона намного красивее, чем мы видим ее на фотографиях. И мне кажется, вот у нее действительно такая внешность, да, она уже красавица. И, может быть, ей нужно выбирать минималистичные вещи. Вот, например, я ее видела в белом платье, и это было шикарно. Просто вот она с загаром и такое очень минималистичное белое платье. Или вот, например, фотосессия из итальянского Vogue. Она в платье Lanvin, по-моему, с одним из своих детей, насколько я правильно понимаю. И когда, опять же, ее одевает какой-то фэшн-стилист, она очень хорошо выглядит. Сама она, конечно, любит все эти блестки, стразы, то есть I'm Jenny from the block, да, Bronx. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Потом она уже действительно начала приходить уже к такому более элегантному стилю. И вот ей, например, очень хорошо в одежде от Gucci. Это итальянский дом моды. Итальянские дома моды, они очень хорошо делают как раз такую сексуальную одежду. И вот, кстати, не зря Дженнифер была на рекламе Louis Vuitton. Это было в 2001 году. Она очень хорошо, по-моему, здесь выглядит. Опять же, минималистичный образ. Просто минимум красавец, макияжа. И да, и это наоборот намного лучше подчеркивает, чем какое-то платье от Зухаир Мурат. Я не знаю, почему она любит этого дизайнера. Все в блестках, которые в итоге отвлекает от нее. Але все одно вона ніколи, мені здається, не відмовиться від блиску і від різних цих паєток, але останнім часом, погодьтесь, так, вона в неї латинська кров тече в її жилах, вона останнім часом все ж таки відмовилась від вигляду луку, коли в неї джинси або якісь легінси, ботфорти взимку, влітку, в неї був топ і завжди масивні прикраси, завжди, і там топ без білизни. Мені подобається, що вона обрала собі білий колір, вона обрала собі сірий, ну такі світлі кольори однотонні. І вона дуже любить колір морской хвыли, но здесь такие блоки. Изумрудный тоже. Но она как раз из тех знаменитостей, которые любят заигрывать с модой. Потому что есть, которые даже не пытаются ничего делать или каким-то своим видом показать, что да, я разбираюсь, в этом знаю. Но она дважды была лицом известных больших рекламных кампаний. Она, например, на церемонии вручения Оскара как-то пришла в винтажном платье Валентина, которое принадлежало Жаклин Кеннеди Анасис. То есть такая вот длинная история, которую можно рассказать. Это выклуб. Да, да, это fashion statement. Опять же, ее появление в изумрудного цвета платье от Versace. Скандал. Просто выкликала ця сукня. Наступного дня всі папараці, всі журнали скрізь майоріли фотографії, де її назвали найодягнішою, найгірше. Ну, да, и было и такое, но все, опять же, написали, что она как бы украла на себя шоу. То есть все в итоге обсуждали ее и, наверное, меньше смотрели на сцену, чем на Дженнифер Лопес. Она, кстати, здесь встречалась, по-моему, еще с Шоном Комсом. Да, она еще не была. Пафф Дэдди. Пафф Дэдди. И вот, опять же, как и Пафф Дэдди, она почему-то постоянно решала, как бы запускала свои фэшн-линии. Но каждого раза это ничем хорошим не закончилось. Да, опять же, она всегда, наверное, хотела очень это делать. Я даже помню, магазин в Киеве был J.Lo. Я тоже помню J.Lo. Помните, было так? Я помню ассортимент этого магазина, какие-то спортивные костюмы велюровые, какие-то маечки, ну, в общем, какой-то чистый бред. Такие рэперки, которые вышли на район, там, подивитись, что с магазином. Ну, так само, как скрывается в ней песня «I'm Jenny from the Bronx». Да. Але все одно в ней есть стиль, вона секс-діва. Але от що цікаво, я вчора коли готувалася, я дуже довго шукала фотографії, хоча б одну.
новину, де вона в розтягнутих штанях, вона в якійсь там футболці, десь її підловили папараці, вона купує корм для кота свого, наприклад. Ну, щось таке, нічого. Вона навіть на шопінг, в будь-який магазин, вона ходить завжди вбрана, завжди в якомусь хутрі, вона ж обожнює хутро, завжди підбори, завжди сукня. Єдині випадки, коли її можна побачити без макіяжу такою собі Дженніфер домогосподаркою, це у фільмах, у кіно, де вона зіграла таку роль. Так, я думаю, що це точно нравится ее мужу Марку Энтони. Они, по-моему, шикарная пара. Вот я их однажды видела вместе, и он прямо ее очень любит. Это видно вот, моментально. Он как-то так всегда с ней. Они очень друг другу подходят. Вот, и бачите, так очень часто вже одевается. Любят, ну, не треба, як виглядає. Ну, виглядає. Давайте ще згадаємо про пісню, яку Дженніфер Лопес присвятила. Кстати, мы забыли совсем. Дуже популярній марці і бренду взуття. Кристиан Лабутен. Она как раз перед тем, как петь эту песню, она позвонила Лабутену и спросила, как правильно произнести его имя, потому что, собственно говоря, все путаются, особенно в Америке, Лабутан, Лабутен. И он, когда услышал эту песню, он сказал, что впервые ты, значит, правильно произнесла мое имя. И ему, естественно, было очень приятно. Он там уже на следующий день полностью знал слова этой песни. Но мне кажется, это мило, весело. Да, да, да. У нее есть всяческие номера. Я смотрела, как там она из какой-то туфли вылетает. И все это очень так красиво сделано. Як хлопець, можу вам сказати, як чоловік, що я дивився завжди на Дженніфер в її кліпах не на те, як вона одягнута, а на те, як вона це робить, оці латинською там кров'ю. Латинські рухи. Так. Сьогодні більше на Дженніфер Лопес, як на людину з моди. Дивимося зараз кліпи. І з вами прощаємося до завтра. Вмикайте Денімці Бізнес, кафе 3 в одному. Пока.